Всем привет, друзья. В общем, выходим мы из порта Алесунд. Ситуация расхождения у нас небольшая, тут решается. Впереди у нас судно медленнее, на один узел идет, мы его не догоним. А если и догоним, то мы будем уже, скорее всего, на разных курсах. Поэтому нам интересно сейчас вот это судно, Торванг. В трех кабельтовых расходимся. Но на этом участке более чем достаточно. Вот. Шкалу по приказу капитана держу 4 мили. Вот. Видимость отличная. У нас сейчас белые ночи. Вообще красота. Просто красотища. Работать одно удовольствие. Смотрим, конечно, на радар. Вот хорошо наш островок вот этот отбивается. Ну и сам буй тоже. Вот. Ну, сравниваем с электронкой также. Все просто и понятно. Гирокомпас у нас работает ровно, без ошибок. Не так давно в Кунде его аджастили. То есть каждый год должны гирокомпас проверять, менять жидкость, иначе у него начинает как бы накапливаться ошибка, ну, и вообще может глюч начать. Вот. Сейчас все соответствует. Если также бывают створы, да, тоже необходимо, конечно же, сравнивать, выходить на створ и смотреть, получается точно соответствует или не соответствует тому этот курс пелингу на данные створы. Вот. Так, совет для начинающих. Допустим, здесь сейчас мы пойдем, я посмотрел, тоже мастер сегодня что-то смотрит, новый приехал, говорит, что-то какое-то разногласие, мы просто повернули, наверное, из-за этого как бы разницу он увидел, что-то не, говорит, какая-то фигня получается. Потом прошло пару минут, все выровнялось, и как бы курс тот, который нам нужен. Не то, что нужен, тот, который должен быть. Сейчас маяк проходим на траверзе, записываем. Маяк такой-то прошли по правому борту, траверс маяка. Время, координаты тоже нужно записывать. Ну, бывает и не записываем координаты, кто как привык. В идеале, конечно, надо вести правильно журнал. Сейчас я уменьшу масштаб на карте, где мы вообще находимся приблизительно, чтобы понимали. Следующего резидания пока у нас нет. Здесь мы заходим в район Хитры. Там у нас судовладелец живет недалеко. Завтра привезут кое-какие запчасти. И дальше на Норвегию, на север. Там еще, наверное, снег лежит. Это еще севернее получается, намного севернее, чем мой город Архангельск. Как видим, вот где мой город, да, находится. Так, я уже забыл, где мой город находится. Здесь где-то, да? Вот. Ну, а куда мы идем? Заполярный круг. Поэтому у нас сейчас тут с этим повар-кодом зимой вопросы возникали, все ли у нас есть там, достаточно ли этих молотков, топоров и всего необходимого, короче, для борьбы с обледенением. Не знаю, зачем сейчас им это, как, ну, лето уже. Северный морской путь уже открывается скоро, в конце июня. Да мы даже как бы до тех мест, где лед пойдет, соответственно, не дойдем. Не знаю, что они беспокоятся. Ну, что-то там не хватает, что-то не довезли. Поэтому компанейские, в общем, задрочки. Вот, все, записал, прошел. Пессит, лайтхаус, правый борт. Траверс, правда, забыл поставить. Ну, не суть, важно, ладно. Флат флеза.
координаты тоже не записываю. Мастер не будет докапываться, просто все зависит от капитана. Скажет, надо, будете координаты записывать. Это все мелочи жизни. Самое главное для вас – навигация, вахта внимательная, безопасная. По поводу заполнения журнала также, да? Если идем мы в шхеров, много поворотах. Сегодня, блин, короче, спал мало, поэтому уже заговариваюсь. Когда много поворотов, соответственно, пишем просто в журнал, что according, fairways, courses, чтобы постоянно точки там не записывать, координаты не писать. Сейчас, допустим, все, уже будем выходить через 7 минут, ровно на 2 часа я запишу, что выходим на курс 31 градус. С этого момента уже начнем писать точки. Каждые 2 часа журнал записываем. Вот наше судно слева, в трех кабельтовых расходимся. Небольшое, совсем небольшое. Также обратите внимание, как красиво с кормы, блин, вообще нереальная красота. Белые ночи, конечно, это очень круто. Ну вот такая задача по расхождениям сегодня. Небольшая. Дальше будет интересней, ребят. Контент этот, который сейчас вы смотрите, он уже, к сожалению, конечно, платный. Но что поделать, я думаю, в таком варианте будет более подробно. С какие-то вопросы, соответственно, тоже буду отвечать вам. Все, всем спасибо за внимание. Пока.